Так, ребятушки, всем привет. Не знаю, как это все показывает. Короче, наверное, вы многие столкнулись с тем, что вот эта вот программка, Stream OBS, Streamlabs, в общем, вот Streamlabs, да, вот смотрите, запускаем Stream, OBS, OBS. Сейчас, если запустится, у нас, походу, связи нет. Вот, смотрите. Короче, что-то не хочет она запускаться. Сейчас попробуем запустить. Смотрите, сейчас вот здесь связь у нас появится. Вот она есть у нас, да? Вот запускаем стрим-программку. Вот, смотрите, все. Раньше было, короче, видно камеру, да? Камера была видна. Сейчас вообще просто тупо черный экран. Тут хоть что нажимай, короче, нифига. Хоть фронтально, хоть не фронтально снимай. Что нам нужно для этого, ребятушки, сделать? А нужно сделать нам для этого самые простые вещи, друзья. Короче, не думайте, что у вас телефон фуфло, что у вас там все навернулось. Вам, короче, просто нужно сделать вот такое движение. Нажимаем на три полоски. Так, нажали, да? И нажимаем вот Alert Profiles. Alert Profiles. Вот, нажали. Смотрим. Ага, Default. Это вот, кстати, вот ошибка самая главная, которую не надо было нажимать. Все, теперь мы выбираем, знаете что? Выбираем мы как раз сейчас. Выбираем Eventos. Eventos тоже ошибка, но нам не надо туда. Не переживаем, короче, нажимаем на камеру. Вот, выбрали на камеру, да? Вот видите, у нас все есть. Alert box, chat box, event list, hair, donlar, gold, donation, trackers. И нажимаем на вот эту вот с правой стороны стрелку с тремя полосками. Нажали, да? Видите, у нас все здесь есть, короче. И нажимаем, короче, на плюсик. Нажимаем на плюсик. И теперь просто тупо нажимаем на вот этот четвертый стикер AD камера. Нажали на AD камера. Все. И нажимаем на вот эту галочку в верхнем углу, в левой части. Хопа. Все. Нажали. И теперь смотрите, что у нас произойдет. Опа! Мы нажали, да? Видите, у нас что получается? А у нас как раз-таки то и получается. Разворачиваем фронтальную на другую камеру, и у нас нифига не получается. Ребята, что за ерунда? Я даже не пойму, что происходит. Опа! У нас мигает елка, друзья. Все. Теперь мы сделали наш стрим OBS настроенный. Все, короче, появилась камера. Теперь мы довольны и можем запускать стрим. Так что, друзья, подписываемся на канал, оставляем свой комментарий и пишем в других видосах комментарии.